сегодня на самом деле очень хорошее событие. Завершились работы по благоустройству у торгового центра «Норд». И это была слаженная работа администрации Кингисеппского района, инвестора, владельца этого центра и наших ГИБДД, которые, наверное, в этот момент мы учли все проблемы, связанные вокруг этого центра. Сделано хорошее благоустройство. Я очень благодарен Макарову Александру Афанасьевичу за то, что он не считал метры квадратные, не ставил какую-то черту на бумаге, что вот это вот зона ответственности и землеотвод торгового центра «Норд». А дальше городская территория сделана в полном объеме, и на городской территории тоже благоустройство. Это места общего пользования, поэтому кингисеппцам сегодня будет, я не могу даже сказать, вдвойне или втройне, может быть, в 10 раз безопаснее ходить вокруг этого торгового центра. Здесь выполнены все работы по благоустройству. Въезды, выезды с территории, сделаны хорошие пешеходные переходы, установлены новые столбы освещения, уже оцинкованные, которые будут стоять, светодиодное освещение, хорошие знаки, хорошая видимость будет. Поэтому, я думаю, мы стремимся к этому уже многие годы совместно с ГИБДД. Естественно, наверное, стоит сказать сегодня кингисеппцам в камеру, что мы живем по средствам. Конечно, все сразу не сделать. Конечно, нас и критикуют, и наказывают, и есть много разных моментов, но те средства, которые есть в бюджете, что максимально мы можем использовать сегодня для того, чтобы сделать наш город безопасным в части движения пешеходов, транспорта, мы это делаем на 100%, что можем. Впереди большая работа, но в этом году нам не стыдно. Мы сделали очень много. И я думаю, мои коллеги это сегодня подтвердят, потому что мы и даже не мечтали, делаем уже Октябрьский бульвар. Мы в этом году даже не мечтали об этом. Мы сделали улицу Иванова, и многие кингисеппцы благодарны. Мы сделали в этом году театральную, мы сделали очень много ямочного ремонта, карточный ремонт. И на следующий год, естественно, мы продолжим работу. Как я говорил, по нашим оценкам, в течение 2-3 лет мы практически полностью завершим масштабные работы по благоустройству города. И дальше надо будет только четкое содержание, и уже возможности бюджета, наверное, позволят идти и в частный сектор, делать дороги в Южном микрорайоне, Лесобиржи, также делать там остановки, делать там пешеходные переходы, устанавливать знаки, которых там практически еще нету. Поэтому это большая-большая работа. А сегодня я еще раз крайне благодарен всем участникам этого мероприятия, которые не пожалели средств и сделали все качественно, достойно. И кингисеппцы этим будут пользоваться. Макаров Александр Афанасьевич. Поэтому в общем-то, спасибо. Работаем здесь, мы же в городе, я думаю, что должно быть хорошо. И у нас, и вокруг. Мы постарались сделать так, чтобы было удобно. Ну а если будут какие-то шероховатости и замечания, мы их учтем, устраним. Я думаю, что мы посмотрели, как там в старину делали, где тропу протоптали, там и дорожку сделали. Вот мы в каких-то местах мы примерно так и сделали, чтобы удобно было подходить, проходить, переходить из Иванова, из Советской, из первой линии, из Октябрьского бульвара. Мы все примкнули там, где нужно было. Мы на самом деле слаженно поработали. Там подрядчик у нас почти все сдал практически. Есть какие-то замечания устранены. Но мы сегодня сделали все. Но стоянка увеличилась почти на 100 машин. Мы сделали все так, чтобы было безопасно и удобно ходить. Мы сделали все тротуары и на городской территории, прилегающей к нам, и на собственной территории. Ну и сделали удобно. Нам важно было, чтобы было удобно приходить в торговый центр или подъезжать, и работать хорошо было бы и арендаторам, и посетителям. Ну, я думаю, что мы то, что хотели, выполнили практически. У нас на этот год пока задач нет, а на следующий год мы еще здесь планируем тоже благоустройство и обустройство. И я хотел бы, наверное, все-таки начать с того, что при смене владельца данного объекта сменился и подход к этому объекту. Когда совместными усилиями, действительно правильно было сказано, что совместными усилиями и администрации, и ГАИ, и собственника объекта подошли к этому вопросу. Во-первых, оптимизировали движение, то, что являлось необходимым, сделали безопасный въезд на данную территорию.
и выезд, разделили его, разделили пешеходные транспортные потоки, увеличили это, освещенность пешеходных дорожек и пешеходных переходов. Примечательно это место тем, что оно находится в центре города, здесь массовые праздники проводятся, все об этом знают. И вот как раз-таки добраться сюда и пешеходам, и автомобилям сейчас уже будет наибольшей безопасностью, наиболее безопасность будет обеспечена. За это мы спокойны. Но и отдельно хотелось, конечно, больше всего от лица госавтоинспекции благодарить собственника данного объекта, президента Ростра, да, Александра Афанасьевича, вручить ему благодарность от госавтоинспекции за неоценимый внесенный вклад в безопасность дорожного движения в центре города Кингисеппа. Примечательно еще это событие тем, что это участие, это первый собственник объекта, коммерческого объекта, который поучаствовал в обустройстве не только собственной территории, а и улиц города. Естественно, я уже сказал, что расположение таково, что получилось, что сделали и пешеходные переходы, осветили, и пешеходное ограждение между почтой, первой линии Октябрьской. Все это сделано, сумму вы уже услышали, но никакая сумма не сравнится с жизнью и здоровьем людей. Поэтому отдельное спасибо и благодарность хотели бы вручить от госавтоинспекции. Является то, что кто сделал и как сделал. Да? То есть в данном случае мы знаем такую фирму Вернашин, которая осуществляла работу здесь, да, ну и также и здесь, и на других объектах она также внесла неоценимый вклад в безопасность дорожного движения. Хотелось бы тоже, пользуясь случаем, вручить ей благодарность представителям данной фирмы и поблагодарить. Спасибо, Павел. Есть еще один момент. Все прекрасно понимают, что вот здесь вот совместными усилиями, да, но мало того, что это все сделано, еще это нужно правильно донести до граждан, до жителей нашего города. Поэтому мы бы еще, как сказать, хотели бы вручить одному порталу Кингисеппскому благодарность за освещение, объективное освещение всех событий, всего того, что происходит в жизни города. Бросил вам камни. Мы уже все самое современное, потому что как раз интервью, да, мы начали эту ситуацию с замены знаков на светодиодные. Мы ее продолжили и установили. Поэтому город говорили. Преображается, жизнь граждан становится комфортной, но и самое главное безопасность. Спасибо вам. Спасибо. Все удобно, но вот там бывает нарушение у нас. Мы выезжаем, а они заезжают. И получается, они нарушают правила, да, еще наглую сигналят. Особенно на джипах люди, честно. Ну они, наверное, еще не привыкли, что там как только выезд. Знаки висят. Должен посмотреть на знак. И все. Ну а так обустроено вот возле Океи. Не, обустроено нормально. Раньше было хуже. Помните, пробки, все как в одну бутылку. А сейчас заезд, там выезд. Выехал, то есть сюда заехал, там выехал, все нормально. Нет, честно.